Они вызвали Зеда. Напомню, вы должны сбить его защиту и убить того, кто им управляет. Остатки отрядов Warface, вероятно, пытались сбежать, но были перебиты охраной. Лабиринт ценит свои секреты дороже, чем жизнь этих бедолаг. А ведь всего несколько месяцев назад на стороне Лабиринта сражались бойцы Блэквуда. Они были абсолютно уверены, что таков приказ Оберона, хотя на самом деле мистер Уайт выбыл из игры в ходе операции «Белая акула», а уж Сула была на побегушках у его клонов, которых вырастили где-то на этой базе. Теперь же, когда Оберон вернул себе контроль над Блэквудом, Лабиринт решил одурачить Уордена. В итоге руководство Warface уверено, что выполняет задание генералов Евроальянса. И вот к чему это приводит. Видите? Вот об этом и
Нет, я тоже понятия не имею, как он выжил. Нам надо признать очевидное и быть готовыми бороться с Авероном до конца. Да, я абсолютно уверен, что это... Кто это еще может быть? Сет? Вашей взрывчатки не хватит, чтобы уничтожить их всех. Нужно найти другой способ. Попробуйте подключиться к консоли. Я загружу червя, который уничтожит софт. Это выведет из строя систему жизнеобеспечения клонов. Так мы их и уничтожим. А пока вы заняты, я кое-кому позвоню. Генерал, как слышно, прием. Что за черт? Кто это? Не имеет значения. Той самой башни, что ваши солдаты безуспешно пытаются защитить. Позвольте показать вам картинку с их камер. Это будет... Почему я должен слушать того, кто скрывает свою личность? Ну да, в самом деле. Теперь лучше? Ну да. Значит, ты сговорилась с Блэквудом и подослала сюда этих террористов. Надо было догадаться. Послушайте, генерал, хватит ворчать. Я собираюсь показать вам, за что именно сейчас сражается Warface. Ты? Предательница и военная преступница? Не вижу причин доверять тебе. Конец связи. Военная преступница. Вы слышали, да? Генерал совсем запутался. Ладно. Меня зовут Нода. Раньше я была специальным агентом Warface. Аберон должен быть где-то в башне. Блэквуд наступает вам на пятки. Он будет покрепче, чем прошлые модели. Найдите и убейте операторов, пока сет отключен. Ого, сразу три оператора. Нужно найти и убить их всех. Операторы убиты. Быстрее добейте Седа! Вырубите его и активируйте консоль, чтобы я могла найти оператора. Лабиринт изо всех сил пытается защитить башню. Значит, вы на правильном пути. Граната пошла!
Да, это явно не обитель милосердия. А вот и тот самый Оберон, который командовал последними операциями. Ну, привет! У вас гости! Отряды Блэквуд на подходе! Разместите повсюду С-4. А я все же попробую убедить этого упертого генерала. Уортон, Уортон, послушайте! Вы должны это увидеть! Что еще? Что ты от меня хочешь? Помню, вы хотели поймать Оберона? Мой отряд нашел целую дюжину. Выберите того, кто больше нравится. Прямо в той башне, которую обороняют ваши бойцы. Послушайте, дамочка, я не знаю, что за игру вы ведете, но вы зря думаете, что ваши дипфейки могут меня в чем-то убедить. Конец связи. Что за упрямый... Вот так настоящий герой может стать инструментом в руках бессовестных манипуляторов. История грустная и страшная. Меня ранили! Нужна аптечка! Заканчивайте там и выбирайтесь. Готово? Хорошо. Позади башни должна быть вертолетная площадка. Лучше идти к ней. Вряд ли она охраняется. Должна признать, вы хорошо поработали. Отныне у вас будет новый позывной. Юрай-4. Итак, Юрай-4, покиньте сектор, а потом взорвите там все. На этот раз вы добились победы, но не стоит ее переоценивать. Лабиринт потерял своих кукол, но сами кукловоды еще живы. 12 могущественных противников. И 13-й, самый опасный. Мы должны завершить то, что Ван Фейсу не удалось много лет назад.